озвучено по версии Ригаса специально для Кинопаб. Фильм посвящается Гастону Энтони Миллеру. В следующие 10 лет музыка изменится, и потом мы увидим, как они это назовут. Для меня это данс-холл, хардкорный данс-холл. Это вставляет бум-бум. Девчонки дичают, челы там, если рука поднята, то ты с нами, и все такое. Данс-холл. Ямайка полна талантов, ты знаешь. Множество моих друзей, которых я встречаю, им было нечего делать. Музыка изменила их в моих глазах. Построил бит, поднял на еду. Музыку тут многое значит. Молодежь пашет, делают большие вещи. Когда я слушаю их песни, ваху, это работает. Это то, почему мы там, где мы есть. Я таскал воду с реки за еду и душ. И когда достигаешь уровня, то чувствуешь себя кайфово, когда смотришь на старые уровни. Жесткие времена заставляют ценить хорошие времена. Не важно то, с чего ты начал, важно, куда ты. Чего бы мы ни пожелали, мы идем и берем свое. Бог благословил тебя, сын мой. Фильм Натана Миллера. Я кричу тебе, Бадман Бад, 44-й магнум, мое имя, чат. Сотка кроет сотку, лям за сиську мамы. Стволы не клинит. Бобби Лейн любит бесчеловечный криминал. Пуля в пузо кое-что им пояснит. Врагов до жопы, сделаем им кое-что. Они скучкуются. Опустошу обойму, тебе понравится. Два ружья взял за грязный нал. Посмотрим, как М-16 пускает кровь. Ты как бог с ним, без него уже никак. В 2 года я переехал в Сент-Кэтрин, город Спенштан. Многие сторонятся его, но я не променяю его ни на что. Я тут рос сильным с детства. Если ты тут не будешь сильным, то сбежишь отсюда. Я делаю вещь под названием «Дансхолл». Это уличная музыка. Большинство комьюнити на Ямайке как город в городе. Тут не так много возможностей вырваться в большой мир. В основном спорт, музыка, или если свяжешься с криминалом, знаешь, куда это может завести. Дансхолл появился на улицах Ямайки из жанра регги в 60-х годах и взял мир штурмом за счет местных молодых артистов, ставших звездами. Все от Шаба Рэнкса до Вайпс Картеля и еще бесчетного количества артистов преодолели все преграды и пробили своими голосами путь к тому, чтобы быть услышанными во всем мире, став звездами, поменяв свои жизни и жизни своих близких. Молодежь Ямайки с помощью интернета могут рассказать свои истории юные последователи прославившихся дансхольщиков. Своим жестким стилем Шаба и такие, как он, прорубил нам окно. Грубый голос, агрессия, жесткость — это хребет дансхолла. Если бы я выходил и пел, что трава усиляет мой вайб, или рокстеди забацал, никто бы не воспринял меня всерьез. Сказали бы: эй, малой, давай дуй отсюда. Если бы я вышел и спел: дорогуша, ты трогаешь мои чувства, то большие дядьки тупо прогонят тебя, мол, ты че об этом вообще знаешь, ты только вылупился. Так о чем же мне петь тогда? Тебе надо знать то, о чем ты рифмуешь, не понаслышке. Я видел много стычек и рамсов, так что я знаю, о чем я говорю. Я не хочу продолжать, словно я рос без отца. Я его потерял, когда был еще маленьким. Если бы он тут был, я бы был лучше. Но я воспринял этот урок: никогда не трогать Смит энд Вессон. 14 лет спустя я возмужал. Втопчи меня в грязь, кинь меня в песок. Я прорасту, как саженец. Я знаю, как сохранить свое. Не стану сидеть ныть. Никого не спрошу, жизнь вдохновила меня на эти песни. Пишу их каждый день, готовься к взрыву. Энигматик меня звать, я не тушу.
ошибусь, наступлю им на горло, чтобы не вздумали пиздеть. Тут целая когорта талантливых янгстеров, это мясо без пизды. Им буквально по 17, 18, 19. 20 лет назад им бы было тяжело прорваться. Сейчас дансхолл котируется на глобальной сцене. Что нам всем не хватает, так это прекратить критиковать друг друга и работать над флоу. Все пойдет как по накатанной. Новая волна дансхолла накатила за счет новой плеяды артистов, и имя этому явлению — трэп-дансхолл. Этот поджанр образовался за счет американизированных битов вместо нативных гармоний. Традиционный дансхолл никуда не делся, но большинство стреляющих песен с Ямайки в категории трэп-дансхолл. Несмотря на успех фрешменов, новый жанр столкнулся с негативной обратной реакцией из-за пропаганды криминала, ненормативного контента и восхваления насилия со стороны приверженцев старому доброму дансхоллу. Прошлому поколению также говорили деды, что за хрень вы слушаете? Люди ценят нас больше, чем мы сами себя, это факт. По всему миру нас котируют, а наши нет. Некоторым не нравится содержание некоторых наших песен, но надо смотреть дальше. Ты говоришь мне не поддерживать такое, ты убиваешь мечты малых пацанов. Никто не может этого понять, все только клеймят. Объединиться бы, двигать дальше. Большинство людей не воспринимают трэп-дансхолл. Им непонятно, что такое трэп. Как битмейкер скажу, что главное в трэпе — это 808 бас, 808 снейр, 808 бочка. Эта бочка отличается от дансхольной. А так это тот же самый паттерн в классическом дансхолле. Мы используем просто другие звуки. У меня было пару кентов в синей форме. Также проебывали школу, ебались прямо в классе, накуривались и смотрели мультики. А сейчас бах, и теперь я им дурак. Well, Fargo. Теперь большие аппетиты. Много добычи несу в Wells Fargo. Секатор сечет, а ты мотай на ум. В целом мы видим превосходные пляжи и все такое, но всюду на Ямайке присутствует черная сторона. Пока рос, множество друзей погибли насильственным способом. Сложно, когда ты сегодня жмешь руку, а завтра его уже нет. Это проверка. Я мог стать очередной цифрой статистики убийств от огнестрела, очередным пацаном из гетто, оказавшимся не в том месте и не в то время. Молодые могут стать великими, им нужен всего лишь один маленький совет кого-то со стороны, чтобы направить их на путь к вершинам. Я тебе так скажу, все, что ты хочешь, например, заниматься футболом, ты можешь, но тогда занимайся одним футболом, не смешивай. Смешивать — это тебе повредит изнутри. Никто не идеален, ты видишь огонь, нахуй туда прыгать, обожжешься и выпрыгнешь назад, если повезет. Некоторые движения здесь осуждаются. Как везде, братик, ты должен иметь некий баланс у себя в голове, соблюдать его, и тогда можно жить. Они малюют картинки криминала и насилия, но это и есть то, что происходит на Ямайке. Наш стиль жизни делает нас великими на наш страх и риск. Поэтому ямайцы на котировках. Мы велики, мы сильнейшие, мы твердейшие. И Ямайка не шароёбся тут. Некоторые, глядя на образ жизни, не знают, сколько за этим стоит работы. Я одновременно еще хожу в школу, сейчас вот экзамены. Я верю, все я смогу. Тружусь над этим, чтобы успеть на обоих фронтах. Учеба и моя музыка. Представь, миллион человек качают под песню, которую ты написал. Это кайф. Мечты воплощаются в реальность. Всегда грезил этим. Моя мама христианка, я пою о том, как девахи скидывают шмотки, большинству из них это нравится. Мама не хочет такое слушать. Но она все равно следит за моей музыкой, комментит, да благословит тебя Господь, сынок, под песнями о разбое, резне, девчонках. За это обожаю маму и отца.
Я с 95-го мучу свое очередное, я пигалицы насовал, аж до живота. Строки жара, как будто мамка шабы стряпает. Аня неграмотно, пойдите подучитесь. Я выпрыгнул весь в поло. Вижу столько потраченных типов, чьи бабы поднимают больше. Закрываю глаза, для меня это как быть под прицелом Глока. Эй, Майка, прыг-скок. 24/7 я на ленточке, деваха орёт, я милый, как Майло. Мне надо знать, какой педрило вызвал ментов. Смазливый мелкий демон-псих. Мои девки, они чистые. Да, мисс Джейн, я тот же жулик. Также предан криминалу. Мучу на грани, шмот нулячий. Она любит отстрочить. Мы психи. С пестиком Брайко. Если я вижу пиздюка, который меня не слушает, ему лучше съебать. Ты не шаришь за стиль. Люблю девчонок, а не таких уёбков. Я с ними не воюю, а шлю нахуй, если что. С ноги, своими найками. Я бабник, что до тела. Но моя башка больна. Мои убийцы, не поржешь. Сезон дождей — это худшее время. Я воздаю дождю, но главное, что без перебора, а то затопит мой дом. Тогда пожитки поднимаю наверх, одну мебель на другую. Надо все приподнять, чтобы не ушло под воду. Проходили 100 раз за 10 лет. Скажу одно, за 15 лет не было особо ничего хорошего. Сейчас гораздо пиздаче. Я не могу представить себе жизнь без музыки. Люди жалуются о том, чего у них нет, но они не ценят то, что у них есть. Когда ты хочешь, так старайся. Иногда ничего не надо, чтобы достичь. В моем случае мне довольно простейшего оборудования, чтобы лепить хитяры. Данс-холл — это супериндустрия, я тебе кричу. Это кайф видеть, как нравится народу. Знать, что молодняк, новые сенсации данс-холла, а не те, на кого я сам ориентируюсь. Мы не спим, работаем. Если мы делаем, то делаем по крупнику. Музыка дала мне и моим брэдринам все. У меня дом и еще там. Мама живет со мной. Помнится, мы жили в Halfway 3, где мы побирались за каждый, блядь, доллар. Неважно, сколько я ей принесу денег, она все так же работает по дому. Чтоб ты знал, мне надо, чтоб все знали, что я ебучий талантлив. Я стремлюсь к этому. Дай мне время и уши. Данс-холлу надо больше ушей, больше глаз. И людей, которые реально готовы уделить время. Шаришь? Преды не усирались сделать из меня учителя. Но я их не форсю. Все, что они любят, я воздаю. Это нормально. Быть родителями — это все. Это то, что надо. Откуда ты? Это одно. Важнее цель. Мы вырвались за рамки, теперь делаем, что хотим. Мы дорвавшиеся. Безумно радостно видеть, как янгстеры взлетают. Мы тоже взлетаем. Я котирую весь молодняк. Никто из нас не остановится в наших делах. Мы добьемся своего. После съемок этого фильма комиссия по вещанию Ямайки запретила всю музыку, связанную с криминалом, насилием, наркотой, к вещанию по радио. Cranium, my brain it full up. So I in my vein and turn the vibe up. The girl them said them love how me roll up. And when me roll up, me no move cool up. Shoes off and neat, the shirt not tear up. I no custom big, but the meat a burn up. And me run out in and me cut off jeans.